О, нет. О, нет. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, дорогие мои детишки, мы с вами поиграем в Minecraft. Знаете, что я думаю? Мне прекрасная идея в голову пришла. Поскольку, ну, вы все видите, что я играю в Minecraft впервые, у меня не так много опыта, я подумал, вы все равно будете писать мне различные советы по этой игре. Что если под этим выпуском вы будете писать комментарии, где вы не просто будете писать совет, но сначала вы будете давать мне задание, что мне сделать в следующей серии. И помимо того, что вы даете задание, вы должны написать, как это сделать. Прям вот подробную инструкцию, как это сделать. Я буду выбирать одно задание на серию. Или если оно будет простое, то несколько заданий. Таким образом, для меня будет цель в игре, и для вас будет что посмотреть. Но вы должны понимать, что задание должно быть осуществимо в моей конкретной ситуации, поэтому давайте такие задания, которые вот можно уже выполнить сейчас. Короче, я помню, в прошлый раз, после видоса, первого видоса по Майнкрафту, многие были в шоке от того, как классно я играю в нее, но все-таки некоторым не понравилось немного. Ну, как сказать, не понравилось. Скорее, были они в шоке от того, как нехорошо я в нее играю. Но сегодня я планирую чуть больше разобраться в этой игре, чтобы профессионалы, которыми являетесь вы, смотрели на это с большим плежером. Так, дом мой на месте. Мир все еще мирный, приятный, красивый, вдалеке горы. В целом мне нравится, что мой дом прям в деревьях растет, поэтому эти деревья я точно трогать не буду. А можно ли здесь сажать деревья? Вот она просыпается во мне, креативная майнкрафтовская энергия. Все, что я сделал? Я что-то сделал. Я как будто бы кору снимаю. Ладно, давайте просто добудем. Я снимаю реально кору просто с этих деревьев. Что это? Семена. Мы можем посадить деревья. Я бы посадил вот тут вот. Садись. Садись. Не хочет она сажаться. Мать. Мать. Меч в руки. Слушайте, таких монстров я ни разу не видел. Я должен еще раз его увидеть. Возможно, я смогу с ним сразиться. Слышите? Ой, это свин. Это ты по ночам, ты летучая мышь стрёмная, да? Черт, 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 черт. Скорей. Оно нападает из ниоткуда. Фу, все, нельзя выходить, меня убьют. Сундук нужно сделать. А вот и сундук. Красота, красота. Так, сундук, давайте что-нибудь сюда сложим. Кстати, белая шерсть. Мы можем с вами сделать кровать. Белая кровать, нам нужно вот эти доски из древесины дуба. Доски, доски точнее, боже мой. Евгений, ваш русский язык просто обескураживает. Готово. Давайте один факел попробуем сделать, я не знаю, как это будет выглядеть. Вот, его можно сюда поставить, вот, красота. Слышите? Тварь летает. Во! Так, вот я лежу такой, лежу. Все, я выспался. Точка появления задана. У меня теперь респа есть. Надо сделать еду. А, погодите, нам нужно понять, как делать себе какой-нибудь хп. А, кстати, я уже восстановился. Давайте походим, посмотрим, где эта тварь летает. Она прям пристала к моему дому. Нет, дверь не буду закрывать. Помним, что она в любой момент, из любого места может на меня напасть. Вон она! Их до хрена! Они меня видят, интересно? Сюда! Что-то она не пытается. На меня попытается. Мать мою. Я попал в свою собственную ловушку. Блин, вот зря я здесь все сделал. Давайте, да, на время сделаем себе безопасный проход в дом. Хотя вот так вот упасть с утра в ямку очень бодрит. Нам, чтобы сделать лук, нужна нить. Как ее получить, я хрен знает. И то же самое с арбалетом. Даже натяжной датчик нужен. Боже мой. Хорошо, нам нужно будет отправиться на поиски чего-нибудь, чтобы найти что-нибудь. Пойдем в сторону тех гор, я думаю. Мы как раз таки сейчас запасемся кучей жратвы. Все, все готово. Саженец дуба, кстати, посмотрите, у нас есть саженец. Пойдемте посадим дуб. Твари должны уже вот-вот улететь. Дуб! Есть! Вот сюда еще один. Вот, красиво будет расти. Прям в клумбе в такой. И вот здесь. И вот здесь. Видите, я не просто собираю с природы ресурсы, но еще и возвращаю. Все, мы сделали. Ой, они стали какими-то красными. Они всегда такими были? Какие-то огненные стали. Все, разлетелись. Ладно. О, смотрите, мы можем сделать белый ковер. 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 Вот, кстати, нить. Нам нужна паутина. Но это точно нам нужно в пещеру идти. Значит, идем в те скалы. Хорошо, у нас еще будет ковер. Мы делаем классный отель. Вот с таким вот... Да, это будет такой отель для меня. Я буду сам в нем жить. О, нет. О, нет. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Кажется, мы знаем, что эта штука может сделать. Она взрывается. Он хотел подорвать мой дом. Спровоцировать. Воп. Он перестал? Он перестает это делать. Хорошо, давайте в воду его. Ну-ка, ну-ка. Хорош. Да, он бы сейчас мой дом взорвал. Как вовремя я вышел. Ни хрена себе взрыв. Благо меня совсем не задело практически. Ну так, чуть-чуть. Все, держим путь вон к тем скалам. Волк. Пойдемте наваляем. Пажик получил? Пажик получил? Ну это же волк, он злой. Хотя выглядел сейчас как-то по-доброму. Корова, вот. Вот корова прям реально сатанист. Все, отдай все мне. Ой, аккуратней. Убить, 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 скорее.
Все, отпинал ее просто. Давайте убьем мясом ее. Это не влияет никак на мою карму, надеюсь. Слушайте, я понял, как нам найти свой дом. Надо просто будет идти вдоль реки. Знаете, вот эти вот горы, эти скалы, к которым я сейчас иду, они казались как будто вообще далеко, но я уже к ним пришел. А вот они. А тут свин. И утки. Умрите! Умрите! Смотрите, большая и маленькая. Начнем с маленькой. Все. А, это курицы были. Опа. Летающая утка. Умри. Это лама. А это жирная утка. Умри. А, нет, это маленький барашек. Ягненочек еще совсем. Ну ладно, только начал жить, особо прикола не понял, поэтому ничего страшного. Так. Я просто понимаю, что сейчас не могу никак приручить этих животных, поэтому, чтобы не привязываться, я их кромсаю. Какие каньоны прикольные. Нам надо как-то выше забраться. Как-то вот так. Как-то вот так и мы забираемся наверх. Ой, отсюда будет очень неприятно падать. Оу, весь мир отсюда виден. А вон, кажется, холм с моим домом. Мы можем как-то призумить? Да, это тот, вот тут мой дом. Мы прямо над облаками практически. Корова! Мы должны спасти ее. Аккуратненько. Аккуратненько. Угу. Солнце, куда ты садишься? Так, давайте возьмем кусок земли. Такой легкий мостик сделаем. А! И спокойно прошли. Надеюсь, меня тут никто не тронет. Это что, луна? Почему бы и нет? Самое главное, не падать. Фух. Так, ну а что я сюда пришел? Я хотел корову-то спасти, но она уже куда-то исчезла. Смотрите. Смотрите. Дом? Паук. Я прям тебя искал. Давай. Оп. Отлично. Стрейф. Паутина. Одна штука всего. Теперь вот эта великолепная находка. Очень надо понять, что это такое. Что за хижина дивная. Главное вот избегать вот этих уродов. Их куча такая целая. Хотя я думаю, если я просто пробегу мимо них... Главное вот там вот не замешкаться, потому что тут все очень опасно, я супер высоко. Осторожней. Вот так. А! Вот, бежим, короче. О! Взорвался! А! Кольнуло! Кольнуло! В сторону! Есть! О, вот это целая деревня! Друзья, прыжок веры! Это не влияет никак на мою карму, надеюсь. Не успел! Черт! Как же так? Как же так? Ну-ка, я смогу голыми руками избить этого паука? Просто сдохни! Просто сдохни! Он даже... А, он не может... Он не может нырять. А, там вот может! Окей. Вот она гора. Вон там где-то я погиб. Возле водопада. Так. Вот оно. Вон наше добро. Интересно, а если бы не кровать, где бы я... А я бы, наверное, вообще в рандомном месте бы зареспаунился. Что это за место? Смотрите, какая лошадь. Не знаю, как делать седло. Я его точно сейчас не смогу сделать. Давайте посмотрим, что это за место. Какой-то чувак. Сэр? Мистер сэр? Кто здесь? Я войду в тебя, если ты не против. Давайте посмотрим, что у них здесь есть. Так, какой прикольный. Кроватка. Точка появления задана. Спать можно только ночью. Я и здесь, получается, то теперь буду спавниться? Это просто деревня, ну-ка. Ах. Оп. Они все забегали сразу. Ну-ка, блин, работать быстро. По домам. Бьем в колокол. Все уходят, а мы грабим. Грабим без свидетелей. Я не трогал ничего. Я не трогал. Это вообще тревога. Забыл? Нет? Это другой наш колокол, да? Вот этот колокол означает тревога. Побежал домой. Вот так. А я пока соберу урожай. Буду делать хлеб тебе. Вот здорово. Ну-ка, теперь выходим из дома. Можно выходить. Кто-то похитил весь урожай. Во, мне нравится вот этот дом с золотыми окнами. Тут что-то очень фееричное. Так, это что? Варочная стойка. Здесь зелье можно... Давай ландыш, конечно же. Нет? Фиг его знает. Окей, выше. Вот такое вот место. Я вот там вижу вдалеке какую-то платформу. И вижу пещеру. Ладно, думаю, давайте не будем наших друзей мурыжить. Мы просто собрали дань. У меня же есть факел, который не работает так. Надо поставить вот здесь. Вот, можно еще ниже пойти. О, нет! А вот это интересное. Что это за материал такой?
Железная руда. Найс. Давайте не будем торопиться отсюда уходить. Это не так уж и трудно будет отсюда свалить. Я уже понял, как это сделать. Прям промеж глаз. О, нет. 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 Черт. Ниже. Да что, попадает постоянно. Черт. Бей. Я убил его. С одного удара. Ну, раз мы убили этого скелета, давайте пойдем посмотрим, что там. Май год. Смотрите, там свет. Ах ты, сволочь, я слышу тебя. Сейчас он подойдет. Давай, иди сюда. Пять. Все, вот он выход. Ну-ка, паучок. Паучок. Подохни. Ну-ка, подохни. Отлично. У меня 4. 4. Нам нужно сделать еще один верстак. Окей. Итак, смотрим. Лук. Да, детка. Но нам нечем стрелять. Может быть, вот этот красавчик даст нам немножечко стрел. Так, 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 хоп, хоп. А, попадаешь. Он попадает по мне. И у меня выкинул лук. Нафиг я делал его. Это лук мощь 1. Охрененно. Я предлагаю переночевать вот здесь, в этой деревне дружелюбной. Так, спать. Ибо проснулись. Ах, даже не знаю, куда теперь-то идти. А вон какой-то волшебник ходит. Пойдемте, обучимся тайным знаниям у него. Здравствуйте. О! Он, недолго думая, просто грохнул меня. Мне понравилось, это было весело. Хорошо, вот эти ребята добрые, а маг, он видел, как я крал пшеницу. И пока он ушел с того места, где я сдох, я могу все подобрать. Так, все забрал, все забрал. Ой-ой-ой, отравил! Черт, ты ядовитым зельем меня кинул! Черт, я должен его грохнуть, ты мразь. Пусть я сдохну. Еще раз я потом приду. В любом случае, сука, получил светопыль. Даже не знаю, что это. Прикольно, я прям по листве бегу. Кстати, что понял, по лесу бежать гораздо удобнее и безопасней. Новые виды открываются. Ну, не совсем новые, но я только что увидел, там кто-то прошелся. Что-то типа леопарда. Существо, которому я обязан навалять. Понимаете, только так я и учусь, только так я и могу понять игру. Надавало по щам, все, понял, не лезу. Или полезу в следующий раз, когда подготовлюсь. Вон она ходит, тихо. Она не должна знать о моем приближении. А это маленький. Маленький леопарденок. Иди сюда! Сыт меня! Ну, что? Блин, какой быстрый! Я жестокий убийца! Знаете, что нам нужно делать? Пора, мне кажется, вернуться домой. Опа, у этой деревни, кажется, кризис. Наводнили зомби, скелеты и... Это Эндермен, да? Или как это называют? С ним вообще, мне кажется, лучше не связываться. Оп, оп, оп. Стрейф! Быстрее. Заходим. О, ну где вы там? Не можете меня достать, да? Тупые скелеты. Кстати говоря, книга и изумруд. Картофель. Давай семена тебе оставим. Я уверен, тебе нужны. Короче, изумруд для чего-то нам понадобится потом. И я думаю, надо просто тупо поспать. Прекрасно. Где же жители? Куда они все делись? Вон они ходят. Пойдемте домой к себе. Предстоит долгое, долгое путешествие. Опа, я дома. Это ж дом? Это дом. Кучу ресов добыл. Пшеницу положить. Перья сюда. Ах, какой классный у меня дом. Да. Если будет много всяких прикольных советов, много прикольных заданий, я буду выпускать следующие видео по Майнкрафту. И также не забывайте ставить кучу лайков, подписываться на канал, вступать в группу мою ВКонтакте, в Стиме, в Инстаграме. У меня есть мой аккаунт. В общем, все соцсети будут мои в описании внизу. С вами был Юджин, друзья. Огромное всем спасибо за то, что вы здесь со мной. Обожаю вас. Люблю, целую, обнимаю и всем пять!